немецкого искусства за рубежом и даже показ в музее Гугенхайма в Нью-Йорке. Всего на его счету более 150 коллективных и более 30 персональных выставок. И когда он описывал свою тему, он писал очень такое твит-описание, очень... Я бы, короче, хотел вам его зачитать. Хочешь оскорбить художника? Назови дизайнера. Чтобы добить, украси работой комнату. Ба! Встречаем, ребята, художник, историк искусства Дмитрий Гутов. Современное искусство как антидизайн. Если мы хотим найти какую-то сферу, которая была бы далека от дизайна, будь это графический, промышленный, мебельный, какой угодно дизайн, сферу, которая максимально далеко, это современное искусство, которое отрывается от дизайна на световые, не просто там на световые десятилетия, а является его прямой противоположностью. Постараюсь это показать, даже в тех случаях является противоположностью, когда кажется, что визуально это очень близкие вещи. Пока я делаю свое вступление, посмотрите на этот изумительный объект. Является он искусством или дизайном? На самом деле, начнем с того, что это первоклассный образец мебельного дизайна, немецкого дизайна конца 1950-х, начала 1960-х годов. Это дверца от буфета, она сделана из какого-то новейшего для того времени материала, такого черного пластика, который глубок, как поверхность черной воды, куда вы можете провалиться, с такими светлыми полосками. Можно ли превратить этот стопроцентный дизайнерский объект в произведение современного искусства? Ну, в принципе, можно. Каким образом? Во-первых, можно поменять ритм этих полосок. Вы видите, здесь полоски сделаны так, что у вас возникает некое ощущение полета в космосе. Вы помните, та эпоха, это была одержимость космическими путешествиями. Впервые за всю историю, не просто человечества, за всю историю Земли удалось преодолеть силу тяжести, выйти в бесконечное космическое пространство. Сейчас даже трудно представить, насколько это потрясло умы. И дизайнер, конечно, этим захвачен. Ему кажется, что вот эти линии – это следы космических кораблей, которые бороздят бесконечные пространства, вас захватывает дух от всего этого. Это не похоже ни на какой другой стиль. Что бы с этим сделал современный художник? Он бы сдвинул эти... Он бы постарался передать, например, перерисовывая. Допустим, я хочу сделать картину, во-первых, перевожу в другой материал, в другой размер. И я, как современный художник, нахожусь в состоянии некого психоза постоянного. Вот меня все время события, я стараюсь загородиться от всего мира, жить без интернета, без телевизора, газет, радио. Все равно какие-то события до меня доходят. Даже я... как бы они старался от них загородиться, возьмем, там, я не знаю, новости, новостную ленту за последние две недели. И я начинаю перерисовывать, я меняю расстояние между этими полосочками, и мой внутренний психоз передается в ритм этих линий. И похожий объект будет обладать прямо противоположным смыслом. Он может нас отсылать к ностальгии по 60-м, а может отсылать к современной, довольно нервной, общемировой ситуации. Сейчас расскажу об одном приключении, которое у меня было как раз вот лет 30 назад, в самом конце 80-х. Я тогда развлекался тем, что перерисовывал старые советские обои. У меня потрясающая коллекция, вы видите, это уже обои 50-х годов. Совершенно, видите, переход от 50-х к 60-м. Это
максимально контрастное время. Если 50-е – это такой рай, земной рай, вы включаете радио, и оттуда рай. Особенно до 53-го года, до смерти Сталина. Вы живете как будто бы действительно в таком неком мусульманском раю, и это даже всех мельчайших деталях этих обоев видно. А я когда их перерисовывал, у меня была идея взять и композицию слегка-слегка поменять, наполнить какой-то тревогой этот рай. Или вот возьмем обои 30-х годов, такой гармонический, очень закономерный космос, там тоже можно какие-то нарушения внести. Или обои, вы видите, переносимся в самое начало 60-х. Стиль, графический стиль дизайнерский принципиально меняется, и я начинаю все эти полосочки раздвигать, и получал заказ от одного искусствоведа дать в каталог фотографии моих произведений, только он просит дать новые произведения, новых у меня нет. Я думаю, в принципе, ну кто отличит? Потому что я взял и что-то там перерисовывая, сдвинул. Пока я новые нарисую, время пройдет. Я отфотографировал настоящие обои, послал, думаю, к выставке, все нарисую. Получаю ответ. Ты что мне прислал? У тебя до этого были такие энергичные обои, а ты мне прислал какую-то вялую белиберду. Вот это вот взгляд профессионального искусствоведа на то минимальное отличие, которое существует между дизайнерской работой и работой художника. А в это же время ко мне в гости пришла подруга, ну, когда уже несколько кусков обоев нарисовала, она профессиональный именно дизайнер, занималась дизайном ткани, она так посмотрела, сказала, какой ужас, что ты делаешь? Вот покажу сейчас книжку, которая нам даст некоторый ключ, еще один ключ к пониманию принципиальной разницы. Вы все знаете, Чарльз Ачи – это крупнейший деятель современного искусства, он владелец Ачи Гэллери в Лондоне, он крупнейший в мире коллекционер, он человек, поддержавший одно из самых радикальных направлений в современном искусстве Young British Artists, и написал книжку «My name is Charles Ache and I'm artaholic». Я расскажу про одну его большую ошибку, которую он допустил в начале 1980-х годов. Потом даже раскаялся, он пишет про эту ошибку, как свою величайшую ошибку коллекционера. Он оказался в Нью-Йорке. Его познакомили с Жаном Мишелем Баски. Ну, вы все знаете, Баски – крупнейший американский художник. И Баски тогда, ему было 20 с чем-то, он совсем, вот, буквально 20 лет, он был никому абсолютно неизвестен, и Чарльз Ачи не оценил его работы. Ему они показались декоративными, ну, то есть ближе к дизайну. Сейчас мы посмотрим на работы, это пропустим, посмотрим на работы Жана Мишеля Баски. Это вот то, что для Саачи является слишком декоративным искусством. С точки зрения дизайнера, понятно, это не то, что не является декоративным, это разрушение всех законов ритма, композиции, движения руки, всего, что только можно. Ну, Саачи так показалось. Короче, он ничего не купил. В результате выяснилось, что Жан-Мишель Баски никакого отношения к декоративно-прикладному искусству не имеет. Смотрим на эти работы, убеждаемся. Цены на него стали стремительно расти. Это один из самых дорогих художников в мире. Особенно это взрыв цен произошел после того, как он погиб от вердозы в конце 80-х годов, не дожив до 28 лет. Ну вот сейчас такая работа на рынке будет стоить 20-30 миллионов долларов. Самая дорогая работа Баски ушла больше, ну там в районе 100 миллионов. Просто что была разница, понятно, между декоративным искусством и вот этим антиискусством или антидекоративным искусством. Короче, Саачи жалеет до сих пор, что не разглядел антидекоративное начало в этой живописи. А это то, что соответствует вкусам Саачи непосредственным. Вы видите
Я вам показываю самые, если кто-то не в курсе, самые классические объекты contemporary art. Объекты, которые вошли во все учебники, которые являются символом этого искусства. Ну, для человека, который интересуется предметом, это то же самое, что вот нам показать «Три богатыря» или «Алёнушку». Примерно вот так. Это работа, сделанная сейчас в 1999 году, сделанная ведущей английской художницей Трейси Эмин. Вот что такое настоящий, стопроцентный антидизайн. Очевидно, что если художник декоративности что-то укладывал, мы видим, что колготки валяются довольно-таки красиво. Но, с другой стороны, может быть, они действительно так валялись. Вот если вы живописец, и вам в школе художественной говорят, ну, нарисуй тряпку, но только уложи ее нормально, чтобы складки были красивые. Ты укладываешь и укладываешь, она никак не укладывается. Ты что делаешь? Ты берешь, сконкиваешь, бросаешь, и вдруг она ляжет сама по себе, органично. Как создавалась эта работа Трейси? Почему я перешел от Чарльза Сайчедла, то, что он сразу купил, как только было выставлено, за там 250 тысяч паундов. Потом работа несколько раз перепродавалась, я даже не знаю ее последнюю цену. Ну, несколько лет назад она там превысила цену в 2,5 миллиона, сейчас уже, может, 6 стоит. А девушка рассказывает о своей тяжелой девичьей судьбе. Она рассталась со своим парнем. Провалялась несколько дней в кровати, не вылезая. Ничего не ела, мы видим, как только водка, транквилизаторы валяются, пучки, мятые пачки от сигарет. Такой захватывающий душу рассказ о трагической женской судьбе. Это то, что берет именно зрителя современного искусства вот так за горло. Все декоративные, или то, что мы можем сказать, дизайнерские моменты преодолены практически на 100%. Как искусство дошло до такой жизни? Начнем сначала. С 1913 года, 13-14 год, это время, когда фактически родилось современное искусство в чистейшем виде. Когда была открыта та Америка, куда устремились потом сотни-сотни тысяч художников. И первый ready-made в искусстве, 13-й год, сделан Марселем Дюшаном. Мы видим практически антидизайнерский объект. То есть его эстетические качества, они еще не нулевые. Но уже к этой отметке они очень-очень быстро стремятся. Конечно, ну так как здесь сидят профессионалы, вы можете считать некоторые контрасты здесь, такие эстетические контрасты. Например, табуретка, она статична, а колесо, оно крутится. Здесь есть противопоставление статики и движения. Естественно, колесо надо было крутить, и сам автор, Марсель Дюшан, наслаждался тем, что пока буржуа любовались на огонь в камине, на этот ненавистный художником уют мещанского дома, он любовался на вращение, на бесконечное ровное вращение этого колеса. Табуретка объемна, колесо довольно плоское. Табуретка приближается к четкой геометрической прямоугольной форме, колесо имеет форму круга. То есть какие-то ошметки дизайнерского мышления, пластического мышления в этом объекте мы прочитать можем, но понимаем, если кто-нибудь предложил бы на выставку дизайна подобную вещь, скорее бы всего его попросили пойти поучиться чему-нибудь. Кстати, на выставках современного искусства отделы дизайна стали довольно часто появляться, они растут, появляется коллекционный дизайн, и тем не менее, хотя в одном пространстве это все чаще перемешивается, разницу вы чувствуете, то, что называется, невооруженным глазом. А теперь мы переходим к Да, это для контраста. Посмотрим, что такое настоящая дизайнерская работа, не имеющая к современному искусству абсолютно никакого отношения. Такие великолепные кресла, очевидно, тоже второй половины 1950-х годов. Изящнейшая форма, противопоставление трех цветов, гиперэстетическое, да, такого глубокого болотного зеленого, темно-коричневого.
этой светлой геометрии полосок, то есть объект, от созерцания которого вы можете получить определенный уровень эстетического наслаждения. В этом, собственно, суть дизайна. И вот следующая вещь, она для нашей сегодняшней встречи центральная, это работа, которую Дюшан, если можно так сказать, сделал в 1914 году. Ключевой объект, ну это вы все знаете, для современного искусства. Он пошел в магазин, купил сушилку для бутылок. Стандартнейший, дешевый предмет. И сказал, что это его собственное произведение искусства. Так родился чистейший contemporary art. Почему был выбран именно этот объект для этой, можно сказать, провокации? Именно потому, что он обладает нулевыми художественными характеристиками. То есть надо было выбрать самый-самый невыразительный, можно сказать, эстетически смазанный предмет, где вашему глазу, ну вот вы смотрите вокруг себя, ну здесь не за что, просто абсолютно не за что зацепиться. Цвет отсутствует, форма сверхэлементарно напоминает скелет. Скелет некоторых вещей, на которые вы хотели бы одеть эстетическую плоть. И вот этот антиэстетизм, он, конечно, абсолютно не случайен. Современное искусство должно вызывать чувство, ну если не отвращение, а в некоторых случаях именно отвращение, то, по крайней мере, чувство паралича вашей эстетической способности суждения. И в этом смысле сушилка для бутылок, а это еще раз напомню, ключевой предмет для всей истории искусства 20 века является абсолютно точным выбором Марселя Дюшана. Он породил целую линию работы с подобными предметами. Я вам сейчас покажу самые характерные вещи. Может быть, многие из них вы знаете. Это работа Йозефа Бойса. Вот такая коробка. Ну, представьте себе, что вы ее нашли. Ваши, если у вас очень изощренное художественное чувство, вы поймете, да, вот это противопоставление мягкого, серого и жесткого, этого железа, ржавого. Бойс любит работать с материалами, вызывающими некоторое ваше отторжение. Прежде всего, это жир и войлок. За этим стоит, может быть, я рассказывал вещи вам совершенно общеизвестные, но еще раз напомню, за этим стоит целая его собственная личная мифология. Он был летчиком Люфтваффе во Вторую мировую войну, мальчишкой был призван, воевал в Крыму, его самолет был сбит, как он сам рассказывает, он упал, его нашли, кто у нас там, да? Татары, и выходили, они выходили раненого летчика, обмазывали его жиром, заворачивали его в войлок, и таким образом он, можно сказать, родился заново, это стало его любимыми материалами. Вы понимаете, на выставке вы сталкиваетесь с этим куском жира, вы можете, конечно, на эту поверхность любоваться, но это не мрамор, это не гранит, да, это просто вот такая вот немножко... ну, жир, понятно, он жирный, да, такая липкая материя, которая готова потечь, потерять свою форму от изменения температуры, да и сама форма, посмотрите, какая. Но возможность работы с этим металлом, коричневым деревом, войлоком и жиром представляет вам возможность создавать подобные объекты. С одной стороны, абсурдистские, с другой стороны, вас что-то начинает не беспокоить, даже если вы не знаете всей истории, которую художник прописал, вы понимаете, что что-то за этим стоит. Какой-то такой первобытный стихийный ужас, который он через эти материалы вынимает на поверхность и загоняет в нашу душу. Это то, что ни один дизайнер не может себе, не то, что позволить, да, то, что ему принципиально должно быть чудо. Или посмотрите, взглянем вблизи на этот объект. А теперь посмотрим на дизайн одежды. Еще одна интересная сфера.
войлок, напоминающий какую-то просто тюремную робу, с минимальными цветовыми или пластическими акцентами. Я один раз был свидетель того, как художник ультрасовременный хотел проучаствовать в выставке именно дизайнерской одежды. Ну, я был в курсе, что он никакого отношения к самой этой сфере не имеет. Я спросил, что же ты сделал? Он сказал, это еще было в советское время. Я пошел в ГУМ, купил советский тренировочный костюм, знаете, у которого там, кто постарше помнит, у него там через неделю коленки начинали сразу провисать. И я его отнес на выставку дизайнеров и положил прямо нераспакованный. Естественно, комиссия, которая принимала работы, была в шоке, его туда не пустили, но вот в этом разница, да, между работой с одеждой художника и профессионального мастера. Теперь посмотрим еще несколько очень-очень интересных вещей, которые нам дадут некие ключи к этой самой форме работы итальянского художника. Это район 1960 года. Вы видите, на веревке подвешено что-то тяжелое, веревка натянута, вы чувствуете тяжесть этого предмета, там какая-то абстрактная линия. Вам она не может показаться декоративной, хотя вы чувствуете здесь противопоставление. Внешне это похоже на камень, на самом деле, такой первобытный именно камень, на самом деле это отлиты из свинца. И этой обтрепанной веревки, на которой, не знаю, как будто бы где-то кого-то повесили, тут есть противопоставление тяжести, вот этой легкости, но никакого ощущения того космического полета, который мы видели в дверце от серванта, здесь нету в помине. Но что здесь написано? Написано «одио», что по-итальянски значит «ненависть». Собственно, это то чувство, которая наполняет огромное количество работ современного искусства. Попробуйте сделать дизайнерский объект или графический лист, наполненный словом ненависть, наполненным ощущением ненависти. Что у вас получится? Да? Скорее всего, заказчик вас завернет, или это должен быть какой-то очень специфический заказчик, в то время как для современного искусства, еще раз, подчеркну, это очень важное ощущение. Что такое ощущение ненависти в 60-м году? Эпоха... Сейчас я просто не помню точную датировку, но это точно 60-е. Эпоха молодежных бунтов, которая вылила знаменитый 68-й год. В захват Сорбонны, в протесты по всей земле, которые даже отчасти захватили Советский Союз. И вот эта ненависть к буржуазному миру, к миру денег, к миру, который нам диктует все правила поведения, как нам пластически двигаться, как нам одеваться, как нам себя вести в социуме, как с ним взаимодействовать, вызывает у этих художников действительно одио. Да? Вот эта концентрация этой ненависти, которая, если в других объектах вы ее не чувствуете, хорошо было бы ее чувствовать, да, то здесь художник дает нам просто вот в виде графической надписи. Если у нас хватит времени, о графическом дизайне в современном искусстве мы скажем несколько слов. А вот так этот объект выглядит вблизи. В принципе, если вы открываете современные журналы, то вы знаете, что там есть такой шик, когда достижения радикальных художников используются для украшения быта. Да, когда девушка в туфлях за там 1500 евро и в платье еще там за 3000 евро позирует на фоне грязного заплеванного гаража или в каком-нибудь обкуренном подъезде. Вот такая супер-супер эстетская съемка. То есть оказалось, что эти достижения, отвращение к миру, в принципе, тоже можно монетизировать и каким-то образом в эти журналы, самые-самые гламурные журналы, включить. Полностью, естественно, меняя смысл на противоположный. Посмотрим еще несколько объектов этого времени. Я вам показываю не очень известную работу, но очень известного художника Мансони,
который стал героем тоже той эпохи, конца 50-х, начала 60-х, нулевая поверхность, где грубость соответствует вот такой вот самой примитивной форме. Как искусство выглядело накануне, до того, как Манцони стал делать подобные вещи. Это была в основном красочная живопись, абстрактная, естественно. Ну, мы берем европейское и американское искусство. Это художник должен был вот так вот мазать, и вы должны были любоваться на его внутреннюю истерику, на то, как брызги краски летят с его кисти, на то, как его внутренний мир переходит в движение запястья, и оно отпечатывается на поверхности холста. Теперь наступает новая эпоха минимализма. Эпоха, когда количество эстетических средств минимализируется настолько, насколько возможно. И Мансони, здесь я не привожу этот объект, он просто слишком известен, доводит все эти идеи до логического конца, когда выставляет просто небольшую баночку размером с баночку икры. Вы знаете, да, куда он запаковал 30 грамм своих экскрементов и стал продавать их по цене 30 грамм самого чистейшего золота высшей пробы в другим, как это золото, по той же цене, как это золото продается на лондонской бирже. Вот отношение художников к этому миру потребления, который теоретически и должен дизайнер некоторым образом обслуживать, то есть украшать, делать его эстетически приемлемым. То есть человек сейчас, он может быть чудовищем, но внешне он должен выглядеть абсолютно приемлемо. В этом смысле очень интересно, здесь я вижу просто аудитория, которая не помнит, наверное, что такое начало 90-х в основном, а вот там была определенная органика, когда человек, его внутренний мир, его внешний мир прекрасно взаимодействовали. Выходил бандит, золотая цепь, малиновый пиджак, вот такие манеры. И все было просто настолько органично, насколько только возможно. То есть very picturesque, да, выглядели эти люди. Ведь ты на улице этого человека видел буквально там за 300 метров. Или другой стиль, ну, ребята, у которых не было денег вот на такую золотую цепь, они вылезали из черного мерса, ну, понятно, да, там в тренировочном костюме, рибок, ну, купленном на турецком рынке, и в шлепанцах. Это тоже было очень-очень живописно. Современный мир такое, в принципе, уже не допускает. Уже в начале 2000-х все эти ребята поняли, что надо себя апгрейдить именно в дизайнерском плане, и сейчас вы его не отличите от любого другого человека. На расслабленной вечеринке он будет там в потертых джинсах, у себя в офисе он будет в приличном костюме. То есть дизайнерское чувство пришло даже к этим людям, и они, что ли, замаскировались. В этом одна из важнейших функций эстетизации современного мира. Теперь мы посмотрим еще один из самых классических антидизайнерских объектов. Я вам показываю работу Джеффа Кунца. Знаете, это один сейчас из ведущих художников в мире. По-моему, это первый художник, как я слышал, у которого состояние, как именно у художника, не бизнесмена, перевалило за миллиард долларов, чтобы было понятно, с каким размахом цен мы здесь имеем дело. Итак, перед нами абсолютно нейтральный шкафчик, где хранятся какие-то медицинские препараты, какие-то таблетки, пилюли. В принципе, вот я думаю, если бы я увидел этот шкафчик у кого-нибудь дома, понял ли бы я, что это работа художника? Понятно, что художник все это выстраивал, там есть какой-то ритм. Во-первых, мы видим, что все лекарства так или иначе подобраны в голубой гамме. Это вас настораживает. Вы знаете, что если вы зайдете в аптеку, там вы такого не увидите. Вдруг где-то справа там появляются какие-то красные акценты. То есть
Но это надо очень обладать изощренным зрением. Да, где-то коробочки круглые, где-то они прямоугольные, какой-то ритм пустот там есть. Но кто его знает, может быть, просто так сложилось. На самом деле, естественно, так не сложилось. Джефф Кунс, выпускник Голдсмитс колледжа, одного из самых лучших учебных заведений Лондонского колледжа, где готовят именно таких ультрасовременных художников. Почему эта работа, это недавно мной было снято на ярмарке в Базеле, уходит, я не помню там цену, но работа Кунса измеряется миллионами долларов, чтобы было понятно, да? Причем это куплено, насколько я понимал, это не то, что он каждую баночку вырисовывал. Почему? Что здесь происходит? Здесь есть такое послание городу и миру от художника. Дело в том, что тут цепляет зрителя, если вы доверились потоку собственной фантазии. Цепляет то, что мы все так или иначе одержимы здоровьем. Мы одержимы идеей продолжить нашу жизнь в рабочем состоянии максимально долго. Такого, ну, бывало, да, в Китае мы знаем, императоры химичили, что-то красную ртуть принимали, чтобы жить бесконечно, обычно еще быстрее умирали. Современный человек, даже если он не император, так или иначе этим обеспокоен. Если у вас нормальное, нормальное состояние, и вы занимаетесь биохакингом, сейчас один из самых модных терминов, вы хотите хакнуть вашу биологию. Вы хотите так изменить состав вашей крови и органов, чтобы жить максимально долго. Но, в принципе, если вы протянете 100 лет еще, то представляете, через 100 лет какого уровня достигнет медицина. Там, глядишь, можно и до 150, а еще через 50 понятно, что мы достигнем уровня, или непонятно, но шанс есть, жить, чтобы жить бесконечно. То есть впервые за всю историю мироздания у нас появилась гипотетическая, но возможность не умирать. Для биологического существа это совершенно просто такое, как бы, идея невероятная, если серьезно к ней подойти. И вот есть люди, которые действительно каждый день на несколько тысяч долларов принимают специальных препаратов, каждые там три дня сдают кровь, они хотят, жаждут этой вечной жизни. Я не уверен, что все этого хотят. Вот. Но, тем не менее, такие люди есть. И, собственно, что делает Джефф Кунс? Он работает с этой одержимостью современного человека, сводя эстетический объект практически к нулевой оценке, к нулевому качеству. Еще один его классический объект современного искусства. В принципе, видите, вещь довольно-таки красивая. Когда я это увидел живьем, в том месте, где это выставлялось, это был самый любимый объект зрителей. Потому что вы не просто видите лекарства, уложенные на полочку, вы все время еще видите себя, так как эти тончайшие полочки, сделанные из какого-то сияющего металла, они еще каким-то чудесным образом, непонятно даже технически как, закреплены к зеркалу. То есть вы от своего изображения еще не можете никуда уйти. И лекарства, вот то, что я только что описывал, то же самое, посмотрите. Конечно, ритм этих лекарств, выбор желтого, синего, красного, лилового формы довольно сложный, он в себе нечто художественное несет. Но если бы, да, дизайнер предложил где-то такую работу, скорее всего, его бы тоже развернули. Кстати, еще один интересный аспект, который Джефф Кунс выявляет в своей работе, это то, что вы начинаете любоваться. Допустим, вы купили эту вещь к себе домой, не пробежали в музее мимо нее, а купили. Ну, заплатили энное количество, да, там тоже какие-то миллионы. Вам это доставили. Доставили, я скажу, с большим трудом. Вот как перевести такой объект? Ведь эти таблички просто лежат. На самом деле они не совсем лежат. Каждая посажена на маленькую-маленькую капелечку клея. Но тем не менее понятно, что перед
при транспортировке они все просто разрушатся. То есть, когда вы за такие деньги покупаете, вам представлен специальный человек, который каждую таблеточку вытащит, положит специальный деревянный пенал, где под каждую табличку будет нужное отверстие нужной формы, потом это будет перевезено у вас дома, это соберут, несколько дней будут собирать, пинцетом приклеивая каждую на место, точно в таком же порядке, как это было, по схеме, все отфотографировано, все зафиксировано, и не может желтая таблеточка оказаться на месте голубой. В принципе, какое-то ощущение вкуса, да, здесь присутствует, и вы начинаете любоваться даже, ну, у вас это дома, вы заплатили такие средства, вы начинаете объект более внимательно, медленно, сблизи созерцать, и тогда вы замечаете, что даже над каждой таблеточкой тоже поработал дизайнер. Вы видите, форма разная, цвет разный, где-то он желтый, с черным, где-то белый, меняется геометрия, ведь это тоже надо было прорисовать. Но, естественно, когда вы просто потребляете это, на такие красоты вы внимания не обращаетесь. То есть художник умудряется вот это эстетизирующее начало извлечь даже из такого предмета, как пилюля. Когда-то с этим работал, все вы помните, Энди Уорхол, как-то взял и перерисовал свою знаменитую банку, этикетку банки супа Кэмпбелл, американского консервированного супа. Это здесь еще раз мы почувствуем разницу между художником, работающим создателем этикеток, даже таких невероятно убедительных, как банка Кэмпбелл, и живописцем. То есть дизайнеру была заказана банка для того, чтобы повысить уровень продаж, чтобы была узнаваемость, чтобы был образ, который у вас хорошо может запечатлеться в памяти и так далее, и так далее. А художник превращает это, просто перерисовав с нулевой степенью живописности, в символ современного общества потребления. Вот это удивительный переход из одного качества в другое. Да? И банка становится прославленной на весь мир. Теперь, чтобы мы немножко отдохнули от самых-самых вопиющих образцов contemporary art, посмотрим настоящие дизайнерские объекты. Я вам показываю мебель одного из лучших современных мировых дизайнеров, итальянца Микеле де Луки. Вот тут мы видим, это объект, который говорит а. о современности, б. о красоте этого мира и о том, что вы мыслите прогрессивно, что вы можете оценить оригинальность этого объекта и его невероятную эстетическую убедительность. У меня с подобными вещами было довольно забавное приключение. В 90-е годы художнику было довольно трудно существовать, особенно учитывая, чем я занимаюсь. То есть все продажи на нуле, и иногда тебя приглашали оформить какое-нибудь помещение. И вот один человек долго-долго искал художника, хотел, наверное, друзей удивить, чтобы мы порекомендовали какого-нибудь радикального художника, и как-то нашел меня, мы с ним встречаемся, и он мне дает в своей манере социальный заказ. Дим, так, я люблю крокодиловую кожу, много золота, не помню вот это слово, когда вот так все вырезано и красиво, говорю, барокко, да, барокко, что было. Вот. А вот здесь у него комната, ну, чуть поменьше этой. А здесь мы повесим хрустальную люстру. И показывает мне люстру, которая там уже его друзьям, некуда будет войти в этот зал. Я думаю, как его убедить этого не делать? Говорю, слушай, что-то у тебя все очень дешево выглядит. Ну и как дешево, мне показывает каталог, я типа все самое дорогое выбирал. Ну нет, парень, ты не в курсе, давай я тебе принесу другие каталоги. Приношу вот такого, ну как бы такой прогрессивный итальянский музейный дизайн, где вместо его вот этой хрустальной люстры такая веревочка, металлическая палочка и лампочка. Цена выше, чем его люстра, понятно, да? Вы представляете, что такое настоящий лучший коллекционный дизайн 20 века.
я вижу у него в глазах что-то, вот, он понимает, что мир устроен не так, как он представлял. Он говорит, встретимся завтра, проходит 24 часа, мы с ним встречаемся. А, он так, Дима, мои вкусы поменялись. Я тебя люблю, когда это, когда нет, ну он матом выражался, ну в переводе на русский, когда нет ничего. Как называется? Я говорю, минимализм. И когда это не крокодилова кожа, а железо и стекло, как называется? Я говорю, хай-тек. Теперь я люблю минимализм и хай-тек. Вот это был переход этих людей, снявших, как только в этот момент, снимавших свои малиновые пиджаки, к подобному дизайну. Вот тут вы видите, что это не жир, да, не ржавое железо, не войлок, не какие-то вам таблеточки. Вы видите? Все это работа Микеля Долги. Первоклассный, очень-очень убедительный дизайн. Рассказывающий, это я вам показываю, как Микеля Долги сам работает, его кабинет. Все гармонично, все прекрасно. Чудесное небо, хорошего дерева пол, фактуры. Все построено на тончайшем сочетании оттенков цвета, игры фактур. Игры геометрии, обратите внимание на заготовки, вероятно, для ламп, которые стоят у него на рабочем столе. Наш глаз отдыхает, наш глаз наслаждается, наш глаз наполнен чувством гармонии. То есть, чем Микеле Долуги так виртуозно работает, плюс острым ощущением современности. И вот, если вы оказываетесь по-настоящему в дизайнерском доме, то дальше вопрос, а что висит на стене? На стену надо повесить картину. Работу в такой интерьер, работу, допустим, у вас есть возможность купить живопись итальянскую, да, там, 15-16 века, вы не повесите. Ну, то есть теоретически можно, но она будет вырываться. Вам надо найти что-то адекватное. И вот туда вешаются те самые произведения, которые я вам показывал, которые носят вопиющий антидекоративный, антидизайнерский характер, то есть, скорее всего, там будет висеть работа того самого Жана Мишеля Баския, подчеркивая по контрасту все гармонические черты подобных интерьеров. Ну, или если вы не переносите современное искусство, а таких людей, естественно, в мире хватает, у вас там ничего не будет. Висеть будут абсолютно чистые, пустые пространства, как, я не знаю, там в дзенском, в каком-нибудь дзенском монастыре, ну, можете какую-нибудь веточку икебаны, там, вазочки поставить максимум, или вот как здесь это изящное растение. Вот так, еще один вид кабинета Микеля. Да луки это для того, чтобы ваш глаз мог немножко отдохнуть и настроиться на следующие приключения в радикальных объектах. Теперь вопрос всем, что это? Вот что это такое? Мусор. Стоит дверь какая-то, кто-то не успел убрать, да, там лежит молоток, запачканная краской, кисточка на банке какой-то и две доски, какое-то средство для отмывания. Чтобы было понятно, мы имеем здесь дело с еще одним первоклассным произведением современного искусства. Это художники Фишли и Вайс, абсолютно топовые в современном мире, которые выставляют подобные вещи. Вы можете это увидеть и на ярмарках. И на, вот эта вещь при мне была продана, сейчас я не помню, естественно, у меня цифры плохо держатся в голове, но это измерялось несколько сот тысяч евро, там, ну, до полумиллиона, надо сказать, правда. На самом деле объект довольно-таки изощренный. Вот тут уже ваш взгляд, у всех, я понимаю, взгляд эстетически воспитан, может схватить нужные контрасты, да, противопоставления вертикали и горизонтали, где-то кружочков, где-то прямоугольных форм. Может ли просто так набросанный мусор дать вам такие пластические формы? Скорее всего, нет, хотя чего только в жизни не бывает. Как бы вы близко не рассматривали эти вещи, из чего они сделаны, вы не поймете. На самом деле это скульптура. Мы имеем дело с очень-очень современной скульптурой, которая сначала лепится,
потом с нее снимается форма. И она отливается из каких-то таких новейших материалов, специального затвердевающего пластика, а потом раскрашивается так, чтобы вы не могли ее отличить от дерева, пластмассы, железа. Вот это вот апогей современного искусства, который носит, еще раз подчеркну, такой вопиющий антиэстетический характер. Ну, теперь вы уже, конечно, узнаете работу Питера Фишли и Дэвида Байса, да? Вас не обманешь. Кстати, если мы посмотрим на эту работу сверху, ну, даже под этим углом это видно, она чем-то напоминает себе авангардную композицию 1920-х годов. Видите? Одна конструкция сдвинута супрематически влево, доски чуть-чуть сдвинуты вправо, там есть круглая, есть наклонная линия. Все построено на тончайшей игре каких-то серых, легкого-легкого оттенка, болотного, черного, забрызганного. Причем для совсем изощренного глаза, а для современного человека, интересующегося искусством, он уже супер-супер воспитан и даже гиперперевоспитан. Здесь можно найти цитаты не только из супрематизма, из работ, допустим, Малевича 1910-20-х годов, но и работы, связанные с американским абстрактным экспрессионизмом, с Джексоном Поллоком. Вы помните, Поллок любил брызгать краску, занимался дриппингом, да, клал работы на пол и начинал из банки краску разбрызгивать. Здесь есть явная отсылка к нему и в этих замызганных досках, и вот в этой совершенно по-поллоковски забрызганной черной ложке. Еще раз напомню, это изощреннейшим, современнейшим образом сделанная скульптура. И вот это и должно оказаться в тех самых дизайнерских интерьерах, которые создают Мигель де Луки и наши лучшие художники, работающие в этом направлении. А теперь мы плавно перейдем к работе с графическим дизайном. Джек Персон – это современный, довольно молодой американский художник. Я думаю, здесь есть люди, которые умеют буквы рисовать, да, и кому приходилось там надписи какие-нибудь делать. Вот попробуйте, проанализируйте это, что это, зачем, почему это сделано так. Естественно, здесь есть момент огромного издевательства над любыми формами проявления классического графического дизайна. С чем работает этот художник? Он собирает по Соединенным Штатам надписи, вывески, вынимает оттуда буквы, у него должна быть довольно гигантская коллекция, а потом начинает из этих букв, взятых из самых разных стилей, эпох, составлять всевозможные фразы, вот как на рассвете, да, на рассвете. И здесь мы видим, что противопоставление совершенно разных стилей, разных графем, разных цветов приобретает полностью характер современного искусства именно за счет того, что так ни один художник, владеющий мастерством правильного графического дизайна, работать не будет. Почему эта буква большая, почему это маленькая? Ну вот так сложилось. Хотя еще раз скажу, вероятно, у него такой выбор материала, что когда ему хочется передать ощущение рассвета, да, он найдет этот бледно-розовый, этот золотой, выбивающийся, как будто бы как первые такие лучи света, или там свет бледно, там, темного неба, которое становится светло-голубым. Не знаю, насколько он об этом думал, но какое-то ощущение подобное здесь возникает. Или вот так, давайте, да, обхватим uncertainty. Вы видите, насколько по-разному он работает. Например, здесь ему надо было эту неопределенность, эту неуверенность передать полным отсутствием цвета. В
все свести к жесткой черно-белой гамме, оттенив ее одной золотой буковкой «Б». Плюс тут есть еще такой чудесный элемент, связанный с той самой сушилкой для бутылок, с которой мы с вами начинали, что художник ни одну букву не прорисовал. Это очень важно в современном искусстве, когда ты не прикладываешь вот такого художественного физического усилия своей руки, потому что если ты букву прорисовываешь, ты в нее вносишь некий элемент своей собственной субъективности. Мы сейчас увидим несколько работ, где эта субъективность будет присутствовать. А здесь важно, что ты работаешь с ready-made, именно с готовыми найденными материалами. Довольно абсурдистски противопоставленными, но вот сам ритм, да, вот этого изменения больших, маленьких букв, надо сказать, найден довольно-таки изощренно. Еще раз скажу, уверен, что у художника должна быть огромная палитра этих букв, и цветовая, и графическая, и по размерам, для того, чтобы добиться некоторым образом такого совершенства. Или вот это, посмотрите, never enough. Черное, золото, причем вот такое жесткое, как никогда, enough, достаточно, да, вот так вот мягко расширяется к центру, потом маленькая цезура опять вырастает, опять угасает, и, наконец, возвращаемся к фразе «одио», да, к этой фразе ненависти, характерной для итальянского арт-овера, бедного искусства 60-х годов. И вот эта фраза, она вполне соответствует тому посланию, которое художник обращает городу и миру. Переводить не буду, смысл и так вроде бы понятен. Все вписано в жесткую, как фигура, да, ромб у нас называется. Вот такое чудо, настоящее чудо современного искусства. Попробуйте такое нарисовать. Не собирайте буквы, не ездя по такой настоящей одноэтажной Америке. Вряд ли у вас что-нибудь получится, потому что здесь мы имеем дело с совершенно особым типом фантазии. Сравним эту графику с классическими оформлениями книг. Я вам показываю мусульманский манускрипт 18 века, отсылающий нас к тем обоям, про которые мы с вами говорили, райским обоям сталинского времени, такой парадиз, да, где каллиграфия практически неотличима от изгибающихся линий цветов, растений, мир прекрасен, мир удивителен. Или еще один, сейчас не помню, какое это, или 18-й, или 19 век. Вы понимаете, да, разница с персоном здесь совершенно принципиальная. Или вот такой графический, классический дизайн 60-х годов. Привожу это для того, чтобы та гигантская дистанция, о которой мы сегодня с вами говорим, была визуально еще раз всеми зафиксирована. Или посмотрим на наш великолепный, по-моему, это Теллингатор, знаменитый оформитель книг, такой футуристический или конструктивистский дизайн 20-х, которым так была богата советская культура. Сейчас выходит огромное количество потрясающих книг по оформлению обложек и вот книжного дизайна 20-х и 30-х годов, где идет анализ того, как эти обложки или эти иллюстрации, или эти графемы сделаны. Особенно вам могу порекомендовать книги такого великолепного автора, как Кричевский, который все вам разберет, всю логику ритмическую, и цвет, и наклонов, как это сделано именно с эстетической точки зрения. Естественно, что для современного художника эта сфера закрыта на 100%. Сейчас мы смотрим еще один такой правильный
абсолютно правильный дизайн. И вернемся к нашему любимому Жану Мишелю Баскиа. Теперь, чтобы посмотреть на его работу с рифтовыми композициями. Ну, мне кажется, разницу схватывает здесь любой человек. Вся прелесть здесь, в полном отсутствии любого образования в этой сфере. То есть, если вас хотя бы полчаса чему-то учили, вы уже никогда, ни при каких обстоятельствах, такую работу просто не сможете сделать. Просто ваша рука не пойдет вот в этом направлении. Она сама будет возвращаться к той форме, которую вам внушили ваши преподаватели. Точно так же, как любой человек, который когда-то овладел, если он учился живописи, правильным рисунком академическим, он уже не может от этого избавиться. Этот рисунок в нем сидит. То есть вы можете достигнуть определенных успехов, если вы хотите, да, в разрушении этого рисунка. Тем не менее, он внутри вас будет присутствовать. Поэтому художники, которые вышли, как Жан-Мишель Баски, он был просто граффитистом в Нью-Йорке вот, в 80-е годы, и, соответственно, там весь драйв работы заключен не в том, что когда-то ты что-то слышал о дизайне, а в том, что ты родился в правильном месте, в правильное время, оказался в правильной компании граффитистов, что у тебя, может быть, лучшая коллекция джазовых пластинок, а у него была такая, которую можно было найти в Нью-Йорке, и тогда ты в своих графемах достигаешь этой степени оторванности. И посмотрим еще несколько образцов такого графического дизайна. Hippocrates, это Кристофер Булл. Я вам показываю художника, который работает просто, ну вот, кажется, что это трафарет, может быть, трафарет это делает, а может быть, от руки так кривовато намазано. Ну вот что здесь уже? Ну хотя бы в жанре у Баскиа, ну по сравнению с Кристофером Буллом, мы видим некое, даже начинаем ценить некое живописное богатство, да, начинаем ценить, как вот эта краска потекла, какой-то момент неожиданности, какой-то момент действительно прогулок по задворкам, связанным с некоторой опасностью вашего пребывания в этой среде. Но здесь что? Чтобы было понятно, это тоже один из самых дорогих современных ныне живущих художников. Ну и соответствующее содержание, да? Вот представьте себе, что вам не сообщили, что вы имеете дело с мировой знаменитостью, и что это priceless, да, практически. Что отсюда можно извлечь? И вот в этом и состоит вся прелесть. Вся прелесть, возвращаемся к нашей любимой сушилке, что вы имеете здесь дело с нулевой степенью письма. Это очень важно, да? Что вы сумели преодолеть все эстетические категории. Композиция чудовищна. Содержание соответствует композиции. Как это намазано? Ну, с другой стороны, как это намазано? Вот вы идете и в метро, допустим, ждете, там, 3 минуты надо поздно вечером стоять, ждете поезда, и начинаете любоваться на надпись «Пожарный кран». ПК там написано на красном фоне, желтыми буквами. И вы начинаете, если вы живописец, в чем-то завидовать автору этой надписи. Почему? Он не мучился. У него не было творческих терзаний. Как, что, кому это сделать, как это примут. Ему сказали, надо написать ПК. Он пошел и написал это ПК, причем хотел сэкономить время. Да? У него там надо было, вероятно, за какое-то время определенное количество этих надписей сделать, то же самое на помощных ящиках и так далее. Вот если ваш взгляд воспитан современным искусством, вы начинаете это ценить. Вот именно то, что художник освободился от всего, что нам, что мы все, образованные, необразованные, впитали так или иначе с молоком матери. Поэтому теперь более-менее, может быть, становится понятно, почему некоторые люди за подобную вещь готовы отдать
целое состояние. Вот так это выглядит вблизи. Представляете, вы купили это и всю жизнь будете созерцать. И в принципе это должно вас внести в состояние определенного покоя. Вас должно это примирить с современным миром. Да, вот так он выглядит. Давайте не будем искать невозможного. Давайте наслаждаться тем, что нам дано. Это, кстати, очень важное послание современного искусства всем нам. Оно некоторым образом начинает выполнять роль религии. Вы помните, да, знаменитое определение Маркса? Религия – это опиум народа. Что это такое? Это то, что нас примиряет с нашим существованием, которое довольно часто оказывается невыносимо. У всех бывают такие моменты. У кого-то они дольше продолжаются, у кого-то меньше, у кого-то они происходят. То есть это состояние просто непрерывно. А современные объекты, вот эти вот подтеки Баски, вот эти надписи Кристофера Вула, вот эти надписи Персона, нам говорят, примите мир таким, как он есть. Да, мы живем среди кича, мы живем среди чудовищных политических событий, мы живем в реальности, которую мы не управляем, мы живем в реальности, которая нам навязана, наша работа, наш образ жизни, все абсолютно, или как выразился один философ, нас живут некоторым образом. Даже если вы, достигнув всего, там, пришли к дауншифтингу, вы живете где-то, не знаю, там, на необитаемом острове в Индонезии, все равно некие формы проживания вам навязаны сверху. Что остается? Остается с этим примириться. С одной стороны, мы можем эту жизнь максимально украсить, то, чем занимается дизайн, а с другой стороны, можем противопоставить ей вот такие объекты. Теперь еще раз посмотрим на принципиальную разницу между произведением искусства и тем самым дизайном. Перед вами классическая работа 20 века, вошедшая во все учебники 20-е годы, Пит Мондриан. Пит Мондриан ставлен на вот этой космической гармонии, которая бы избавила человека от страдания. Ясно, что эти работы создавались не для красоты. Слово «красота» и «современное искусство» мы выяснили абсолютно несовместимы. Какие выводы радикальные сделал этот художник? Первое. Если вы хотите переживать мир как гармоничный, надо избавиться от всего живого. Живое всегда неровно. В нем есть некое несовершенство, как сказал один умный философ, всегда есть благородное несовершенство жизни. А совершенно только геометрия, только вертикаль и горизонталь. Не то, что вот эти извивающиеся линии в оформлении мусульманской книги или классической живописи были изгнаны из картинки Мондриана. Была изгнана даже всякая наклонная линия, она была жестко запрещена. Соответственно, был изгнан весь нелокальный цвет. Не просто нелокальный, а весь цвет, не являющийся основным. Какие цвета основные? Вы знаете там. Синий, желтый и красный. Те цвета, которые нельзя получить никаким образом. Они нам даны как базовые. Все остальные цвета получаются только смешением этих трех. Понятно, да? Там оранжевый, зеленый, коричневый, фиолетовый, какой угодно. Это прооснова всех цветов. Ну и плюс белый-черный. Теперь, так как я обращаюсь к профессиональной аудитории, проанализируем композицию этой работы. Но она вопиющая. Ну понятно, что этот красный квадрат не может занимать столько места, выталкивая все остальное на периферию. Он ведет себя максимально агрессивно. Посмотрите на этот несчастный желтый прямоугольничек, зажатый в правом нижнем углу. Ну, конечно, хочется чуть-чуть все сдвинуть, дать ему чуть побольше места, да и синему тоже недостаточно. Ну, или хотя бы еще там одну полосочку, две провести. Там в правый верхний тоже какой-то белый квадрат добавить, уже все встанет на свои места. Это то, что для Пита Мондриана абсолютно недопустимо.
работа должна излучать на нас то величайшее напряжение, с которой она создавалась. Кстати, когда Пит Мондриан оказался, он бежал от нацизма из Европы в Соединенные Штаты, и когда там оказался, то был поражен существованием недавно изобретенной черной изоляционной ленты. Это кто постарше, тот помнит, что все советское время была такая черная изоляция. И если до этого эти напряженные композиции искал передвигать, ну как бы на полотне перерисовывать надо было, то теперь он стал клеить ленту, и если ошибался хотя бы там на 2-3 миллиметра, он мог ее отодрать, эту черную линию сдвинуть, добиваясь того напряжения, которое было необходимо. Вот если сейчас вы придете домой и забьете в поисковике Пит Мондриан, картинки, да, в гугле, Пита Мондриана выпадет очень мало, потому что ясно, что работы, ну, тогда там фотографии находятся, как сейчас называется, там, копирайт на них. Зато вам выпадет бесконечное количество подобных работ в духе Пита Мондриана. Люди творят, они что решили? Что есть желтое, красное и синее, белое и черное, элементарная геометрия. И вот все эти композиции вас будут поражать своей вялостью, своей правильностью, своей занудностью. А вот тут и проходит та, не просто грань, а та пропасть, которая отделяет работу человека, желающего украсить, дизайнерски украсить этот мир, как мы видим на этом произведении, и подлинным Питом Мондрианом. И в заключение нашей встречи я хотел бы еще раз мысленно вернуться к сушилке для бутылок, которая нам открыла совершенно новый мир ничтожных, ненужных, забытых Богом и людьми вещей, на которые мы никогда не обращаем внимания. Вот мне досталась некоторым образом такая чудесная книжка «Supernormal Sensations of Ordinary» – «Поразительность самого обычного». Человек, естественно, он японец, да, потому что люди, которые умеют ценить что-то такое, как ваби-саби, да, совершенно необыкновенное, человек, который собирает коллекцию подобных вещей. У меня когда-то, в 90-е, был разговор с таким замечательным нашим поэтом Дмитрием Александровичем Приговым, может быть, кто-то знает о нем. Мы обсуждали новую советскую, то есть уже не советскую, а новую русскую эстраду 90-х. И он мне сказал, вот кого я по-настоящему люблю, это Влад Сташевский. Я думал, вы даже не слышали это имя. Был такой певец, Дим Саныч, ну почему из всех, ну я понимал, там Маша Распутина, да, такой греховный бабий глаз, это может вас захватить, но почему? Он говорит, в нем есть обаяние посредственности. И вот, собственно, это очень-очень такой японский, дзенский подход, найти прелесть того, что никому не нужно. Того, что лежит на периферии нашего зрения. Представляете, вы приходите на выставку и видите там вот такую ручку, вот такие тапочки. Ведь кто-то это рисовал, кто-то создавал цвет, кто-то создавал эту форму. Какие-то неизвестные художники. Они исчезли, как исчезает все на белом свете, канули куда-то в небытие. А вещи по-своему очень интересны. Именно своей нулевой степенью эстетического содержания. И вот это как раз то, что греет душу современного художника. Или вот такой божественный предмет. В принципе, современное искусство перевернуло наш взгляд в значительной степени на мир. Мы можем любоваться неизвестными художниками, делающими надписи на ящиках, да, на мусорных ящиках, мы научились любоваться подобными предметами, и это и есть высшая степень изощренности, которую нам подарила
современное антидизайнерское искусство. Спасибо большое.